Так, друзья, всем привет! Поехали мы сеять, в общем. Еду я на кузове УАЗика. За шум видео извиняйте. Потому что такой ветерок дувающий. Вот так вот. Выскочили мы на трак. Едем на буретку. Продолжу съемку. Друзья, поднимаемся в буретку. Вот это новогодние совхозные посевы были. Что-то они их здесь не обрабатывали, ничего, видимо, пустили под пар. Вот. С той стороны немного хуже, чем с этой. Поменьше глины, больше чернозьма. Вон там, видимо, на перерезках. Большинство полей. Короче, сеется, наверное, процентов 20 из всех тех полей, что то есть у нас есть. Если имеется в виду совхозов сеется. Ну и так частники, то есть кто-то сеет, кто-то сенокосит. Сил. Раньше было времени на это брошено, столько лесу посадили, повыкорчивали, сейчас это никому не надо, все зарастает лесом. В стороне Бирюльки, где раньше тоже было уйма полей, то есть сосняк. Короче, да что, ё-моё, что-то сегодня нянька у меня ремень страдает какой-то. То есть УАЗик груженый идет, а он пытается его на третье заставить в гору ползти. То есть загружен у нас пшеницы около тонны на кузове. Вот это та самая дорога, подъем в буретку. Он его пускает туда на третий. То есть в это пустую он туда затягивает на третий. Огруженный бесполезно. Вот сейчас вторая. Мой, то есть сюда только на второй заходит. Но у моего 402 мотора, у этого сотка у вас. Моего по документам 75 лошадок. А у этого 90 вроде. Или 100, я не помню.
Ладно, пока съемки прекращаем. Так. Поля. Это, то есть, все совхозное, но вроде нынче. То есть кто-то из частников эти поля забирает. Однако что. Вот, то есть, поля частников. И вот там сейчас все засевается. То есть фермеры. Фермеры. Так, друзья, уезжаем из буретки. Поля остались позади. Вот совхозное поле, как говорю, но то есть это что есть. Сегодня сейчас высотки растет. Короче, поле зеленое, понятно, по ходу дела. Вот так зарастает то поле. Короче, все поля зарастают вот так вот. Друзья, на этом съемка заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. До новых встреч. Всем пока.